Один из любимых праздников татарского и башкирского народов – Сабантуй. Он объединяет в себе черты театра, стадиона, фестиваля и ярмарки. Сабан – это плуг, а туй – это праздник. Праздник плуга – это праздник окончания подземных работ. Люди радуются тому, что отсеялись, то, что есть возможность отдохнуть, прежде чем вот до сенокоса. Хотя посевной в городе нету, но все равно это повод лишний раз собраться, объединиться, потому что на этот праздник приходят не только татары. Этот праздник стал уже как бы международным. Люди разных национальностей приходят, вместе общаемся, вместе празднуем. Одна из традиций Сабантуя – проведение национальной борьбы на кушаках кереш. Цель борца – положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. На главной сцене организовали концертную программу. Выступили творческие коллективы Самары, Камышлинского, Похвесневского районов, а также гости из Республики Татарстан. Праздник очень интересный, много локаций, и каждая локация отличается колоритом своим, потому что где-то вот здесь вот можно моду посмотреть, где-то будут поздравлять вот школьников, кто-то танцует, кто-то поет, здесь и борьба есть. В общем, такое разнообразие, очень красиво, народу много, все сами красивые, это вот повод выйти, нарядиться, встретить друзей. Очень классно, очень зажигательно, атмосфера шикарная вообще, нам очень нравится. Я даже не могу остановиться, иду в пляс. Впечатления вообще здоровские. Очень круто, весело. И, кстати, я очень хотела давно попасть на Сабантуй. Изюминкой праздника стала выставка блюд татарской кухни. Гости смогли попробовать традиционный чак-чак, паурсак и многое другое. В этом году Сабантуй отметили в Самаре в 34-й раз. Праздник прошел при поддержке администрации города. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.